Друзья, всем привет, с вами Юлия Зверюха, и сегодня решила записать видео и пробежаться по кабинету, да, Ethereum Cash Pro. 25 на рынок выходит, 25 августа этого года на рынок выходит новая криптомонета на базе эфира, Ethereum Cash Pro. И сейчас, да, до 25 августа, вот эти несколько дней, вот тут мы видим на сайте, да, что осталось один день, 23 часа 30 минут. При регистрации токены Ethereum Cash Pro даются бесплатно, 1000 токенов при регистрации, и здесь очень крутая реферальная программа, да, то есть если люди регистрируются по вашей ссылке, вы еще получаете в подарок 500 токенов, да, и пошло и поехало. Давайте пробежимся по сайту, потому что многие ребята, ну, для них эта информация, эти направления космос. Для меня это было буквально несколько там, месяцев, тоже это космическая информация. Смотрите, вот он сам сайт, вот он, Ethereum Cash Pro, да, вот. Здесь, то есть, это как можно пройти и посмотреть всю информацию. Вот. Тут все прекрасно написано, какого числа этот airdrop стартовал, это было в начале февраля, да, вот. Полностью, то есть, выходит карта, будет карта прям Ethereum Cash Pro, которая будет действовать по всему миру. То есть, ребята, не поленитесь, зайдите сюда и посмотрите всю информацию. Очень много интересной информации, да, и реально, блин, выходит бомба. Бомба крутая. Вот. Здесь показано, да, вот они, это в феврале этот airdrop стартовал, они прошли все фазы, они сейчас на четвертой фазе и выходят 25-го, сегодня 23-го пишу видео, августа выходят 25-го на бирже. И то есть эти токены можно будет на бирже обменять на реальные деньги, да. 1000 токенов равняется на сегодняшний день 1000 долларов, вот. То есть пробегите по сайту, посмотрите, изучите, ребята. Если вы решили, скажем так, в чем-то заработать, прежде чем, ну, это как его, ну, там, это, вопросы задавать там в чате, да, поизучайте, полазьте, очень интересно, вот. Выходит скоро мобильное приложение, вот она реферальная программа, да, то есть, смотрите, токен начинал со стоимости 0,001 доллара, потом он был $0,5, и сейчас, на сегодняшний день, вот мы видим, да, что стоимость одного токена равен $1, и с этой стоимостью он выходит на биржу. Видно, да, по рефералке, первая линия 50%, то есть это как 500 токенов, 200, 100, и это как 4, ну, 4 остальные глубины по 5%, ну, то есть, ну, от 1000 токенов, да? Что у нас тут еще есть? Члены команды. Здесь тоже очень интересная информация. Сегодня изучала я ее. Ну и здесь это обратная связь. Теперь давайте в кабинет зайдем. Так, сейчас, секунду. И сейчас еще скажу по регистрации. Ребят, когда вы будете регистрироваться под видео, ссылочка на регистрацию, да, обязательно заполняйте имя, фамилия английскими буквами, то есть как у вас в паспорте, только английскими буквами, иначе потом придется вам переводить это все дело, ну, это как менять данные, потому что вам нужно будет регистрироваться на бирже, да, и там принимаются данные только на это, латинице. Вот мы зашли в кабинет, смотрите, кабинет на английском языке. Здесь вот можно его перевести на русский, но кабинет выглядит вот так вот, да? Вот здесь вот это как регистрация желательно в Google Chrome. Почта для регистрации gmail.com и, ну, можно Яндекс. Остальные это Mail.ru, это как не всегда пропускает письма, а почта это будет нужна, да? Чтобы перевести сайт, у вас есть в Google Chrome вот такая вот такой вот значок, нажимаем на него, сайт переводится сразу на русский, да, и здесь вы можете также ознакомиться с информацией. Нажимаем панель приборов. После регистрации у вас сразу начисляется 1000 токенов на кабинет. Это за регистрацию, да.
А когда вы это начинаете приглашать, скажем так, рефералов, да, то все начисления у вас будут отображаться вот в этом окошке, это как его, ну, называется, свободный токен. Ребят, еще раз говорю, что 25-го выходит токен на биржу, и то есть эти деньги можно будет потом на бирже продать, либо обменять, это как в скором времени, скажем так, этот токен появится и в обменниках. Смотрите, сегодня 23 августа, да, я начала работу 21 с утра. То есть я за это время заработала 161 тысячу 700 долларов. Если мы сейчас обновим, скорее всего, еще прилетело. Это уже, это уже реферальные, да? Это как у меня на сегодняшний день 113 личников, ребят. То есть посчитайте, сколько это в деньгах, да? 161 тысяча 701 доллар. Просто прям чик эту сумму. Вот, поэтому очень выгодно сейчас включиться до 25 августа, да, и приглашать людей. Далее, смотрите, у вас внизу реферальная ссылочка ваша, да, вот. Далее, смотрите, ниже вы видите информацию, новости. Здесь видите это расписание ICO, да, то есть они стартовали 8 февраля, и вся информация, то есть с 8 по 14 февраля, опять же, токены раздавались бесплатно, да. Потом токены стоили, говорю, вот 0,001 доллара, 0,003 доллара, это 0,01, 0,5 долларов. А сейчас еще раз говорю, стоимость одного токена стоит 1 доллар США. Далее, здесь полазите, тоже потыкаете кнопочки, не бойтесь, ничего страшного. Вот здесь, смотрите, какая информация. Здесь есть платные пакеты, то есть они выходят самыми первыми на биржу. Вот как раз 25 августа выходят платные пакеты на биржу. То есть, ну, кто хочет, может их приобрести. Да, самый маленький пакет стоит 0,5 биткоина, 0,1, 0,2, 0,5, 1 биткоин и 2,5 биткоина и 5 биткоинов. Вот здесь ниже как раз информация выхода монеты на биржу. Смотрите. Значит, смотрите, первый выходит на биржу 25 августа 2018 года Elite Plus, то есть вот этот пакет, наверное, да, вот он, Elite. 29 августа выходит пакет Elite Plus, не вижу, я здесь пакет, вот. Далее. 2 сентября Platinum Plus выходит, это кто покупал платные токены, да, вот Platinum Plus. Далее, 7 сентября Platinum просто выходит, это вот этот пакет. Дальше, 13 сентября выходит пакет Gold, то есть это те, кто покупал за полбитка. 13 сентября, так, да, вот голд, 17 сентября серебро выходит, серебро где у нас, да, так, далее, 20 сентября выходит бронза, вот этот пакет платный, да, и потом поехали бесплатные пакеты. 22 сентября выходит те, у кого, скажем так, именно... Давайте вернемся. У кого начислены реферальные вознаграждения или те, кто, допустим, свой бесплатный токен перевел в платный, в свободный, да, то есть для этого нужно заплатить 20 долларов, вот уже 50 долларов, да, то есть сейчас прям стоимость растет, но это не обязательно, ребят, это не обязательно. Вот этот бесплатный токен выходит на биржу, просто на неделю позже, смотрите, он выходит на биржу 30 сентября. То есть все токены, которые начислены на КБИТ, они все по очереди выйдут на биржу. И вы можете либо их продать на бирже, да, вот, либо это как его ждать, ну, это роста курса. А рост курса будет очень даже значительный. Вот. Что еще? Смотрите, ребят. Вы, это как у вас здесь отображается, сколько личников, ну, то есть сколько людей зарегистрировалось по вашей ссылочке, да, вот тут вот есть кнопочка «История транзакций», вот она, да, и сколько вам
начислено реферально. То есть дата, время, да, вот видно, да. Тут вот у меня прям хорошо видно, что реферальные по всем уровням. И первая эта линия, вот вторая линия, вот третья линия, вот четвертая, пятая, шестая, седьмая, да? Вот. То есть здесь все полностью, все транзакции отображаются. Далее, друзья, еще раз говорю, под видео будет ссылочка моя, да, вот, регистрируйтесь по ней. И после регистрации обязательно пишите мне в личку, обязательно. Для чего? Объясняю. Смотрите, у нас есть чат. У нас есть чат, чат в Телеграме, он называется «Тысяча токенов», да? И, соответственно, мы всю информацию по выходу, это как его, да, важную, мы всю, скажем так, выкладываем в чате. А чтобы вы были в информационном поле, не терялись, да, обязательно, ну, напишите в личку, я вас добавлю в чат. Дальше, смотрите, как это будет происходить. Но это уже после 25 числа информация будет, да. То есть, ну, есть отдельный кошелек, эфир, да, для токенов. Нужно будет там зарегистрироваться, и нужно будет зарегистрироваться на бирже, это CoinX, именно там будет торговаться основная, скажем так, ну, это биржа, это как его, этот токен, Ethereum Cash Pro. Какие вопросы, ребята, пишите в личку, все контакты мои есть под видео, да, вот. Друзья, самое главное, вот не теряйте просто время. Иначе, блин, потерянное время – это потерянные деньги. Включайте сами и подключайте, это раскидывайте свою ссылку, делайте посты, время еще есть, полтора дня, да? Еще раз говорю, регистрация бесплатна, 1000 токенов вам в подарок, это как его, начисляются токены за рефералов. Еще раз говорю, вот за, там, сколько получается, двое суток, да, ровно. 162 тысячи долларов я заработала. Если 25-го все нормально, без этих, как, ну, без сбоев, да, все, эта монета выйдет на биржу, а она выйдет, я уверена, то, в принципе, эти деньги станут реальными. И причем сейчас идет информация, что ну, при выходе на биржу стоимость увеличится минимум в 2 раза. Поэтому, ребят, принимайте решение. Можно сидеть, хихикать и говорить, что херня, бряхня, да, что не бывает, что деньги раздают так просто. Ребят, это не просто деньги раздают, это новое направление, называется аирдропы. Вот. И сейчас как раз те монеты, которые выходят на, ну, это в ICO, да, сейчас очень популярно именно, что при, на выходе уже, при четвертом заключительном этапе, именно раздавать бесплатные токены. Я это буквально недавно пропустила таких 2 айдропа. Вот. Поэтому, друзья, вот честно, не хочется, чтобы вы совершили такую же ошибку, которую совершила я. С вами была Юлия Заверюха. Вся информация, еще раз говорю, под видео ссылочка. Все мои контакты под видео. Пишем, задаем вопросы. И, ребята, включаемся, друзья, блин. Не просрите эту возможность.